Здорово! Ты прям спортсмен. А где шлем? Вон. Не, ну, я обязан слезть теперь. Обязан. А у тебя колени не болят, что ли, вообще? Ну, они бывают, щелкают, но ничего такого. Но они мне травмированы в плане того, что я на них приземлялся чуть-чуть. Да. А он и не прекращал. А что с ними? Имеешь в виду прокачки? Я думаю, колодки заменю, и все нормально. Сейчас ручка нормальная. Посмотрим. Маловероятно. Где вилка? Слушай, очень высоко для меня. Вот это да. Но ощущается, как я будто на мотоцикле еду. Вот прям серьезно. У тебя еще из-за выноса, я не знаю. Но едет очень мягко. Это из резины, да? Да, шикардосик. Катается, радуется. Шикардосик. Смотрел, на компьютер посмотрел. А так и есть. Можно просто втыкать сюда. Я бы на самом деле вперед не смотрел, а на компьютер бы смотрел. Можно просто втыкать сюда. Ой, слушай, ну это, конечно, вообще на Толете не похоже, да? Да, такое ощущение, что здесь. Да. Вот если наверх посмотреть. Имеешь в виду? Я тоже заметил. Слушай, красиво, да? Арочки такие. Ну, арочки такие я нигде не видел. На мой взгляд, 24 это уже мертвые.
Слушай, набирается очень легко. Сейчас мы их заценим. Пока я на табуретке. Пока можно. Да. А я смотрю вдаль, мне нравится. Иди сюда. Иди, крендель. Мы шаурму съели, блин, как жалко. Крендель. Иди сюда. А чё ты тут один? Какой ты симпатичный. Не хочет и хочет одновременно. Ну ладно. Спасибо, что показался хотя бы. Блин, жалко ничего дать. Ну да. Пьет из руки. Вообще ужас. Хотя, хотя бы, да, хотя бы напоим. Молодец. Хотя бы воды досталось. Уже хорошо, да? Дружок, пирожок. Он там прятался. Под шпалой. Да? Крендель? Щеночек нам доверился, господа. Очень интересная его судьба, конечно. Возможно, кто-нибудь его дозаберет. Ну, кстати, толстенький, молоденький такой прям. Симпатичный. Сидит, балдеет. Вот. Ну тут, в принципе, какие-то сторожи туда-сюда, собаки вечно здесь. Может, они отсюда. Точнее, может, он отсюда и пришел. Сюда. Полезу, что ли. Шикарно покатали. Спасибо за компанию. Пожалуйста. Еще скатаемся. Джимми. Джимми. Че ты орешь? Джимми. Понятно. Ролика нет.